вас овец. С юных лет он был бунтарем. Бунтарем в хорошем смысле этого слова. Я такие глупости не люблю. В раз остынешь. Бунтарство его выражалось в поиске правды на земле. Все, что есть потрясающего русского человека, все, что есть, может быть, ну не то, что скверного, все, что нас иногда и оскорбляет над сами, все было в нем. Он восхищался, любил и, как мог, защищал собственный народ и родину. Я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать. Но я всю жизнь вру. Он не мог работать без борьбы. Не мог жить, не сопротивляясь. Ну подождите, я вам еще всем дам прикурить. И дал прикурить всем. Он умер на взлете, когда ему наконец-то дали зеленый свет, чтобы он мог воплотить свою мечту в реальность. Главное в нашей вредной профессии – это чтобы настрой не падал. Он сражался за родину. Василий Шукшин. В субботу на ТВ Русь.